Новый год – праздник семейный. В первую очередь волшебство и настроение нужно подарить пожилым людям и инвалидам. Так решили волонтеры проекта «Мудрые дети», которые регулярно организуют выезды в учреждения, где проживают одинокие пенсионеры. Очередной выезд запланирован на 28 декабря. 500 человек ждут неравнодушных в Богородском доме-интернате. Для них волонтеры приготовили выступление артистов, раздачу подарков, на огонек заглянет Дед Мороз. «Мудрые дети» – народ активный и открытый. Пополнить ряды добровольцев приглашают ивановцев. Стать благотворителем просто в акции можно принять участие самому, приготовить гостинцы или перечислить деньги на расчетный счет проекта. Стараемся собрать прямо такие пакетики с разными подарочками, всем одинаковые, чтобы никто не обижался. Вот это фрукты и соки, и очень актуальна домашняя выпечка, шарлотки, ну что-то мягкое и то, что не слишком быстро портится, потому что они все сразу не съедают.